подмосковных Химках состоялось одно из главных спортивных событий зимнего сезона – 40-я всероссийская гонка «Лыжня России». В ней приняли участие более 7 тысяч профессиональных спортсменов и любителей. Самым старшим участником стал житель Одинцова Юрий Исаев. Юрию Николаевичу 84, он ведет активную общественную и спортивную жизнь, состоит в московском клубе любителей бега «Факел», а зимой ходит на лыжах.